Yeah.
поздравить всех собравшихся первых, которые собрались на этот замечательный праздник, праздник сладкой еды, а также праздник Бхакти. Для эпиграфа я взял из книги Шри Махараджа Вирундита Кришнава по Вриндавану стих, который начинает 13 главу как эпиграф. Это стих из 10 песни. 10 песни Шримад Бхагаватам, 21 глава, 18 стих. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Я прочитаю санскрит и перевод. Кантая Маджира Балахарита Саварьо Ядрама Кришна Чарана Спараша Прамода Маната Ноти Сакаго Ганайо Стайорьят Пания Суя Васакандара Канда Мулай. Перевод стиха. Хонгавардхан – наилучший из всех преданных. О, подруги, этот холм одаривает Кришну и Балараму, а также их телят, коров и друзей-пастушков всем необходимым – питьевой водой, пещерами, очень мягкой травой, фруктами, цветами и овощами. Так этот холм выражает почтение Господу, и когда лотосные стопы Кришны и Баларамы касаются Говардхана, он выглядит очень радостно. Читание Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васари Гоура Бхактавинда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Хари, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Хари. Сегодня бхакти торжествует. Да? Кто там чихнул? Сегодня день особенный, когда бхакти воистину торжествует. Кришна утверждает этой лилой бхакти, превосходство бхакти над всем остальным. Философиями, настроением, сознанием. Особое проявление бхакти. Этот день очень сладок для тех, кто практикует бхакти. Особенно, когда приходит то время, получают бхакти в форме сладкого прасада. Все большим энтузиазмом наслаждаются этим бхакти. И ходят вокруг него, и поют вокруг него, потом едят. Вся жизнь, все время заполняет бхакти. Так торжествует бхакти. Это хорошо. Почему еще торжествовать, как не бхакти? Почему торжествовать, как не преданности, как не любви? Не простой любви, а любви между преданным и Кришной. Что есть еще более лучшее, более возвышенное, чем как не это любовь? Или у кого-то есть? Может быть. Но самое ценное, что можно найти в своей жизни, это любовь к Богу. А Бога, соответственно, любовь к нам. Это самое ценное, что можно иметь в этой жизни. Эта история очень ярко показывает отношения между преданными и Кришной. И много есть уже прочитано лекции, потому что этот праздник он повторяется каждый год. И разные преданные читают лекции на эту тему. Они берут эту лилу и рассказывают ее, делятся своим пониманием с другими преданными, думают о своих реализациях, рассказывают о том, что они услышали от других возвышенных вайшнав. Итак, мы наполняем нашу жизнь премой, катхой, которые связаны с Кришной и его отношениями со своими преданными. Например, Пурначандра Прабху в своей лекции
на этот праздник. Я расскажу один момент, который меня очень вдохновил. Этот момент простой. Что Кришна этой лилой попытался объяснить всем живым существам, что нет смысла поклоняться кому-либо другому, кроме Кришны. Нет смысла. Он объясняет, говорит, иногда поклонение, потому что для нас естественно принимать кого-то старшим, кого-то каким-то более, тому, кому можем предаться. Это естественно для души, это такова ее природа. Мы всегда ищем какого-то прибежища. Если мы будем принимать прибежище не у Кришны, а у кого-то другого, то это поклонение иногда может привести нас, приведет нас в заблуждение. Особенно если той личности, которой мы поклоняемся, у самого нету привязанности к Кришне. Просто нету. Говорит, он описывает эту тему, объясняя, что все-таки Кришна этой лилой показал нам, что является высшим поклонением для живого существа и что больше приносит радости в нашу жизнь. Я вкратце расскажу о этой лиле. Само по себе появление удивительной горы во Вриндаване тоже очень необычно. Этот случай связан с властью Муни. Один из хребтов Гималаев, Дронагири, Дрона, зовут. Его супруга родила ему сына, который назвали Гавардхан. И когда он родился, его великолепие было настолько, он был настолько прекрасным, что все, кто не смог видел его, особенно родственники, которые там были, например, там сами Гималаи пришли на рождение Гирираджа, также пришел Гора Сумеру, родственники. И они просто поклонились, сказали, это возвышенная личность, возвышенная личность. Оказали ему почтение, и он своим великолепием затмил, я бы сказал, все окружающие Гималаи. И однажды Пуласти Муни путешествовал и увидел эту замечательную гору. И он обратился тогда к отцу Дроне и говорит, я хочу, чтобы мудрецы Варанаси, которые поклоняются Господу Шиве, они поклонялись именно на этой горе. Здесь есть все, водопады, зелень, все необходимо, продукты, фрукты, овощи, как мы читали. Все необходимо для того, чтобы поддерживать жизнь и совершать, стремиться к освобождению. И Дрон, отец, он забеспокоился, ну так или иначе, сейчас придется расстаться с сыном. А Гирирадж, он сразу сказал, да, я хочу поехать, пойти с властью. Он сразу подумал, что я найду где-нибудь место, где буду поклоняться своему господину Кришне. И Пуласти Муни, ну он сказал, у меня есть одно условие. Ты будешь с помощью своей мистической силы переносить меня, но когда, если ты вдруг поставишь меня до того места, до места своего назначения, то я уже с этого места не сдвинусь. Ну, Пуласти Муни не согласился, он поднял этот холм, и он нес его. И когда они пролетали над Вриндаваном, своими мистическими силами, Гавардхан, он устроил так, что Пуласти Муни не захотел истории. Справить свою жизнь. Им ничего не оставалось делать, как остановиться, поставить холм, сделать все необходимое. И когда он вернулся, он пытался поднять этот холм. Но не мог сдвинуть его никак. Никакие мистические силы уже не помогали. Он разгневался, конечно, и проклял его. Сказал, что теперь, то, что так поступил со мной, ты будешь каждый день опускаться на горчичное зернышко. В то время, когда Кришна был здесь на земле, холм Гавардхан был большой. Там было много водопадов.
Там было много деревьев фруктовых, много животных жило на этом холме. С каждым днем он опускается. Если мы сейчас пойдем в Вриндаван, то видим, что он высотой, максимальная высота его сейчас 25 метров. А то, наверное, тоже меньше. Максимальная высота. И с каждым, представляете, он опускается. Говорится, в конце Кали-юги Шивара Махарадж описывает через 10 тысяч лет золотого века, который сейчас пройдет, этот холм полностью исчезнет. И мы потеряем эту возможность созерцать его, если мы еще не вернемся в духовный мир за это время. Но я надеюсь, никто не собирается оставаться здесь. Так ведь? Все уже серьезно настроены, уже друг за дружкой. Пожалуйста, каждый схватился за кого-нибудь и вместе духовнее. Других шансов у нас нет. Но представьте себе, люди лишатся этой возможности. Это самое любимое место игр Кришны и Баларамы, Шримати Радхарани. Однажды Шримати Радхарани спросила Кришны: «Кришна, раз ты доволен моим служением, моей любовью, пожалуйста, я хочу, чтобы у нас появилось место замечательных игр, наших с тобой игр». Кришна задумался, из его груди проявился этот холм Галатхам. Происходило лила в духовном мире. Этот холм рос, необыкновенно большим был. Кришне даже пришлось его немножко прихлопнуть, чтобы он остановился в росте. Так или иначе, это самое любимое место. Когда Шримати Радхарани встает утром, она сама живет на Варшане, это уже холм, из ее окна виден Галатхан, с ее хрустального замка. Она может созерцать Галатхан. Когда она подходит к окну, или даже, говорится, когда она только начинает думать о Галатхане, она начинает вспоминать этих чудесных лилах. Галатхан, сам желая получить даршан Шримати Радхарани, проявляется, он приходит к ней, она может его явно видеть, все до мелочей, прямо со своего окна, хотя он так далеко находится. Тем не менее, она может его созерцать очень близко. И она начинает думать о том, какие лилы проходили Кришны на этом месте. Она вспоминает танец раса, она вспоминает таможенный контроль, который происходит на этом холме, и много-много других лил. И это, конечно, возбуждает ее сердце, возбуждает чистой любовью. Эта любовь потом начинает проливаться на тех, кто окружает ее, на ее подруг. Подруги, они подхватывают это настроение и начинают прославлять Галатхан. Начинают возносить молитвы ему, начинают описывать каждую мелочь этого необыкновенного места. Какая там трава сочная, какие там камни. Особенно когда Кришна вступает на них, они становятся мягкими. Это мы думаем, что камень должен быть твердым, но когда Кришна вступает, они становятся мягкими. Поэтому остается на этих камнях след Галатхана. Я по своей глупости иногда один раз залез посмотреть на этот след на Галатхана. И меня просто не выдержало от одного. В уме боролось, у меня два чувства было. Нельзя, и желание все-таки это сделать меня побороло. И я увидел там отпечаток семилетней такой вот стопы Кришны. Там есть вокруг Галатхана много стоп, но вот именно. И там мы увидели отпечатки Баларамы, рук его, отпечатки тела Шримати Радхарани, которая ехала и съезжала с камней и так пальцами тормозила. Кумкума с ее стоп. Все там это есть. Это реально можно, даже сейчас это все увидеть, потрогать, посыпать на голову замечательную пыль и погрузиться в экстаз. Я думаю, тот, кто был на Галатхане, он может без всяких особых там
при украшении сказать о своих чувствах, которые он испытывал. Я уверен, что по сей день эти люди каждый день вспоминают это чудесное чувство, которое они испытали, находясь на этом, в этом месте. Потому что Говардхан, я не знаю, обычная история связана с преданным. Преданный путешествовал в Дхаме, когда он приехал на Говардхан. Они должны были путешествовать там, по-моему, месяц. Есть такая парикрама, где путешествуют по Говардхану, по Враджа-Мандала парикрама называется. И там на два дня заходит на Говардхан, два дня путешествует по Говардхану. Когда он зашел на этот, в это место, говорит, я что-то почувствовал у себя в сердце какое-то неправильное желание. Во-первых, все говорят, что здесь, в этом месте, нужно отбросить все материальное. Не думать ни о каких своих планах, работе, а мечтать о своем будущем. Вот так просто можно погрузиться, в этом месте нужно погрузиться в сознание Кришны. Больше слушать о Кришне, больше воспевать славу Кришне, его друзей, его спутников. И я заметил, что духовный учитель, который вел парикраму, всегда говорил, что отбросьте все, забудьте о своем вожделении, не думайте о противоположном поле, просто думайте и слушайте о Кришне. Я говорю, я не мог понять, что ж такое. А потом словил себя на мысли, что у меня это все в сознании такое. Я начал почему-то думать, что мне нужна жена. И я ходил по Говардхану, начинал думать, почему так происходит, почему, какая должна она быть, какие у нее качества должны быть. Я потом говорю, подожди, почему я так думаю? И в какой-то момент, говорит, я понял, что у меня есть в сердце эти желания, но так или иначе я хочу от них избавиться. Говорит, я начал, и до того, как я начал молиться Кришне, что произошло? Я пытался отогнать эти желания от себя, но все вокруг как-то показывало на вот этот, на это мое желание. Учитель говорит, кто-то общается между собой, я созерцаю что-то. И говорит, последнее, что было в моей жизни, это то, что, ну, в этой ситуации, то, что мы подошли к какому-то месту, и тут меня какие-то местные жители, индусы, выдернули и начали со мной общаться. Ну, они общались, и в конечном итоге говорят, у нас есть прекрасная девушка, может, тебе жениться. Я в этот момент понял, что это место просто, в действительности, это Калпатару, это место, которое исполняет все наши желания. Все деревья в этом месте, это просто исполнение наших желаний. Вриндаван, он такой есть, это. Поэтому всегда нас предупреждают, нужно быть очень и очень осторожным. Соответственно, если мы едем туда с правильным настроением, если мы туда едем для того, чтобы стать серьезными в сознании Кришны, для того, чтобы почувствовать бхакти, что это место, у него есть способность дать бхакти. Мы сейчас жаждем это, знаете, как для нас бхакти это сейчас как глоток воды. Просто мы даже не можем представить себе, что такое бхакти. Мы можем это представить бхакти в маленькой дозе, в маленьком таком аспекте, капелька, крупица. Это наши отношения друг с другом. Потому что мы всегда хотим этого бхакти, хотим этих отношений. Хотим, чтобы нас любили. Хотим, чтобы к нам хорошо относились, нас понимали. Это проявление, это жажда. Это жажда на самом деле бхакти. Это жажда бхакти. Ни что другого. Бхакти. Но бхакти, Кришна и преданные, они те, кто дают это бхакти. Ну что, конечно, если у нас его нет, что мы можем дать? Нас крути, выжимай, упрашивай, выдавливай. Нету бхакти, что делать? Ну, если оно есть, оно просто само будет.
Потому что бхакти, качество бхакти, сострадание, это смирение, это служение. В чем проявляется бхакти? Желание сделать что-то для земли. Это бхакти. Ты его не остановишь, его не схватишь, его не зажмешь, даже не спрячешь. Пытались люди спрятать бхакти, но не получается просто. Все, кто видит такого человека, животные вокруг, все начинают воспевать, все цветет, все пахнет, все идеально. Бхакти есть. Это то, к чему мы можем стремиться, это то, к чему, то, что мы можем просить у Кришны, то, что может нам дать Кришна и его преданные. Это бхакти. Это праздник как раз для того, чтобы, это лила, для того, чтобы разворачиваться, показать, каким образом Кришна дает это бхакти своим преданным, каким образом он их защищает. Кришна, когда эта лила развивалась, Нанда Махарадж со старшими пастухами и Вриндаваном начали готовить жертвоприношения. Эта лила происходила как раз после того момента, когда Кришна с Баларамой попали на жертвоприношение Брахмана. И когда они дали Брахманам любовь, прему, наделили их премой через своих супруг, через своих жен, то они вернулись во Вриндаван и увидели, что Нанда Махарадж тоже готовится к какому-то жертвоприношению. И Кришна подошел к Нанде Махараджу и говорит: «Слушай, Нанда Баба, пожалуйста, скажи, что вы сейчас делаете? Зачем вы это жертвоприношение совершаете? Какая цель его?» Начал спрашивать. Ну, Нанда Махарадж посмотрел на него и думал: «Ну, ребенок, ну что ему оттуда объяснять?» И как проигнорировал. Ну, Кришна говорит: «Слушай, серьезно, был настойчив. Объясни. Ведь я же твой родственник. Великие души, они не имеют тайн даже от врагов своих. А я твой, ну даже, говорит, не очень возвышенный, и то ничего не скрывает от своих родственников. Поэтому, пожалуйста, расскажи мне». Ну, Нанда Махарадж начал рассказывать. Ну, вот понимаешь, нам дождь нужен, мы же вайши, занимаемся сельским хозяйством. Нам нужно, чтобы были овощи, фрукты, чтобы коровы были сыты, должна быть песочная трава, чтобы мы могли молоко, ги, иметь, йогурт. Поэтому мы совершаем жертвоприношение, чтобы Индри, чтобы он послал дожди. Кришна посмотрел на него так улыбающе и говорит: «Это в шастрах описано или это просто традиция?» И Нанда Махарадж: «Ну, это просто такая традиция, уже сложившаяся традиция». И Кришна начал проповедовать Нанде Махараджу, всем окружающим пастухам. Сказал: «Знаешь, Бхагавад-гите, Господь говорит, что глупцы только поклоняются полубогам. Зачем вы это делаете? Есть ли возможность, если можно поклоняться Кришне?» Более того, он процитировал еще один стих, в котором сказал, что даже если вы и поклоняетесь полубогам, все равно результат-то зависит от Кришны. Кришна же дает вам полномочия, давать вам что-то или нет. Вот вам какой смысл поклоняться Господу Индре? И заметьте, Кришна поступил так не просто так, по отношению к Господу Индре. Он специально говорил такие слова, чтобы задеть Индру. Для него это не составляло труда, потому что Индра возгордился своим положением. Гордость — особое состояние человека. И это состояние как бы приводит к трудностям в духовной жизни. Хотя Индра преданный, представьте себе, когда Кришна появился или только родился у Деваки, то все полубоги собрались там. Индра тоже был там. И он возносил молитву Кришне. Он забыл. И причина этого забытия – гордость. Как только становится человек гордым, он сразу же забывает, кто он есть, что есть Бог, и что он духовная сущность, духовная душа.
Он забывает эти аспекты. Бхагавад-гите Кришна объясняет, что я защищаю своего преданного так или иначе. Когда Бхактивиньян Махарадж читает лекцию на Галатхан, он объясняет эти два аспекта. Как Кришна защищает своих преданных. Потому что в Бхагавад-гите во второй главе он говорит, что тело все равно умрет. Все равно умрет. Умрет и все. А в дальнейшей главе Бхагавад-гите он говорит, что можешь смело говорить, что мой преданный никогда не погиб. Имеет в виду душа. Душа, она вечна. Но что имеет в виду Кришна? Какая разница между этими двумя? Тело умирает, что тогда остается жить? Душа, если душа живет без Кришны, разве это истинное существование? Человек может раствориться в Брахмане, а может жить без Кришны, а может понимать, что он дух и душа. Но какой смысл от этого? Поэтому душа живет только тогда, когда она помнит о Кришне, когда она связана с Кришной памятью, я бы сказал, 9 процессами преданного служения. Тогда это настоящая жизнь. Тогда душа живет. Тогда она может радоваться. Кришимати Радхарани, когда вспоминает о этих лилах с Кришной, особенно вот эта лила, мне нравится, когда за Говардханом есть место, где Кришна собирает налоги. Дхана. Дхана, налоги. Васудева начал совершать жертвоприношение для того, чтобы в честь Господа Брамы, в честь Господа Баларамы. И они объявили, что тот, кто принесет на это жертвоприношение горшок с йогуртом, заметьте, это я вам так, тот получит исполнение всех, любого своего желания. Я думаю, что нам надо тоже как-то собрать всех браманов, выписать это благословение, да? И на каждый праздник, да, оглашать его. Ну так или иначе, Махарадж Васудева, он так и сделал. Они объявили, что тот, кто принесет горшок йогурта на это жертвоприношение, получит исполнение любого своего желания. И гопи, конечно, они спохватились. Интересно. Но заметьте их настроение. Мы бы, наверное, сорвались бы. Да? Вот представьте, нам бы такое сказали. Мы бы наготовили даже побольше. Разве что только наше желание исполнилось. Принесли бы, вот тебе, Кришна, и это, и сладости, и солености, и все. Да, и думали, ну, Кришна, я же тебе принес. Мое желание. Можно не одно. Можно несколько. Я их соединю, будем думать, как их объединить в одно. Ум такой, изощренный парень. Но гопи по главе Шримати Радхарани не подумали, ведь я же там увижу Кришну. И давайте-ка я использую вот эту возможность. Просто мы возьмем эти горшки с йогуртом, мы пойдем для того, чтобы увидеть Кришну. Больше нам ничего не нужно. Просто для того, чтобы прийти на это жертвоприношение и увидеть Кришну. Кришна обязательно должен там присутствовать со своим братом. И гопи пошли, они взяли эти горшки и шли, и постоянно думали о том, как они увидят Кришну. Шримати Радхарани, вслед за ней Лалита, Вишакха, там были манджари, которые помогали им в этом всем. И шли. Когда они пришли к этому месту, они должны были обойти Говардхан, через Говардхан пройти. Там есть тропинка.
попугай сообщил Кришне, что его надежный партизан, надежный разведчик, сообщил Кришне, что гопи идут с юга, там надо как-то их встретить. И Кришна быстро забежал на этот холм, соорудил такую таможенную будочку, шлагбаум поставил. Все, встали, гопи подходят, говорят, все, надо налоги платить. Чего это вы тут? Эти налоги не только йогу там, но вы должны заплатить налоги своей красотой. Конечно, гопи они сразу возмутились, что это за вымогательство такое. Кто летал через границу, он знает. У него особо, у всех особое отношение с таможенниками, особенно когда у них перевес какой-то. Те требуют, то надо отдать, и не хочется. Ну и гопи что же, они не хотят, а Кришна такой, Судама сначала крикнул, все, останавливайтесь, вы должны платить налоги. Они его проигнорировали, и Кришна забеспокоился, думаю, как это так, моего друга проигнорировали. Он подошел к Субалу, обнял его, и Судама послушал. Они встали, перегородили путь, говорят, ну что, мы вас не пропустим, давайте. Шримати Радхарани пыталась обойти Кришну, он ее пытался схватить за руку. Тут Лолита, она прям вскипела. Говорится, Шримати Радхарани, она когда шла, она с собой проявляла там 7 признаков экстаза. И этот признак, и главным этим признаком, 8-м, вернее 7 таких побочных, и 7-й был главным. Главный признак это радость, которая находилась в ее сердце, о том, что она сейчас увидит Кришну, встретится с ним, и у них будет произойдет определенное лила отношение. Вот это радость. И эта радость, из этой радости исходят еще 7 дополнительных признаков экстаза, для таких чувств, которые вызывало сердце Шримати Радхарани. Это гордость, честолюбие, плач, улыбка, зависть и гнев. 7 побочных эффектов от радости. От радости встречи. И Кришна говорит, он как раз наслаждался вот этим настроением Шримати Радхарани. Просто он был без ума от этого. Ему не нужно было этот йогурт, ему ничего не нужно. Просто эти отношения, они всегда были для него великой счастью, великой радостью. И когда Шримати Радхарани начала обходить, он схватил ее за руку, тут Лолита сзади закричала, «Куда? Кого трогаешь?» И она начала ему говорить, что ты, говорит, соприкасаясь с чем-то, все становится нечистым. Даже запах от твоего тела сразу все превращает в нечистое. Твой взгляд все оскверняет. И Кришна, он стоял, его дрожь бросила, от экстаза, он просто вот эти отношения, которые начал испытывать с гопи, они были безумными для него. Он наслаждался этими отношениями, потом он уже начал каждый горшок брать в зарубу, залазить рукой и есть это. Йогурт и ги, которые они несли. И Лолита, она была в гневе. Но так или иначе, Шримати Радхарани поняла, что Кришну гопи поставили в тупик якобы. И сказала, что ладно, говорит, мы сейчас придем, мы пойдем сейчас на жертвоприношение, сходим обратно, будем возвращаться, и мы заплатим тебе дань. Ну, дальше эта лила развивалась так, что они там подкорулили Кришну, там кого-то за шику поймали. Кришну наказали, заставили ему присягу принять, обещание дать. Ну, другими словами, Кришна получил все, что хотел. И дальше там много таких мест. Эта лила проходила между 2 селениями, рядом с 2 селениями, Анукута и Аньор. Анукута – это скопление зерновых, если перевести. Они его все сгребали. Все сгребали, съел. И он всегда кричал, Аньор, еще, еще. Все, что можно, снесли. Кто-то принес сюда все запасы своего дома?
Представьте себе, жители, переполненные бхакти, они готовы были дать все, они принесли все, они уже даже не знали, что делать. Пока Баларама, знаток всех шастр, знаток тонкости, как бы желание Кришны, сказал, что нужно листочек туласи. А положите листочек туласи, и сандаловая паста сверху, и он был в экстазе. И тогда этот холм, он был, он, этот Кришна в образе холма, он принял это все, потом все это вернул обратно. И как всегда начался замечательный пир, то, что у нас тоже сейчас произойдет. Маленькая лила. Предложим, потом этот холм будет раздаваться. Кришна вернет эти все блюда нам, эти все подношения. И преданные они с радостью почитали этот просад. Это был весь пир на весь мир. И можно представить себе, да, блюда, которые были предложены с такой любовью, с такой чистотой. Когда пастухи посмотрели, что, вернее, Индра разгневался, и как это так? Какой-то мальчишка остановил жертвоприношение, а эти пастухи уже взрослые люди, и поверили какому-то пацану. Он пришел, он попросил, позвал своего облака, которое разрушение, Сьямантака, и попросил его отправиться во Вриндаван и затопить это место. Облако сначала испугалось, а потом говорит, ты не, но он ее вдохновил, говорит, ты не беспокойся, я буду идти за тобой светом на своем слоне Эравати. И Индра, он шел, и он пускал молнии. Не знаю, там это было очень такое страшное зрелище, потому что Индра своими молниями разрушает горы. И люди там были такие, такое были большие сильные ветра, ураганы. Говорится, что там дождь лил, примерно такой был сплошной линии, очень-очень большие капли были. Вода стояла столбом. Жители испугались. Конечно, у них ничего не оставалось делать, им как просить прибежище у Кришны. Кришна, помоги. Они, когда что-то случается, они всегда зовут Кришну. Это для них естественное состояние. Кришна, Кришна, помоги. И Кришна, ну ладно, раз так, я вам помогу. Он поднял Конгавардхан левой рукой, как он здесь. Кришна стоит левой рукой, на мизинце левой руки он держит Конгавардхан. И папа пригласил всех жителей Вриндавана зайти под этот холм. Иногда некоторые вайшнавы возносят молитву Конгавардхан, называя его зонтиком, трансцендентным зонтиком. Он послужил зонтом для Бриджабаси. Они все зашли туда. И Кришна 7 дней держал этот холм, наслаждаясь отношениями с преданными. Говорится, что этой лилой он объединил все расы. Там собрались гопи, пастухи, родительская раса, мама Яшода со старшими пастухами, подруги Мадхурья раса, Сакья раса. Все-все собрали жители, там проявились все эти расы одновременно в этой лиле. Говорится, Кришна просто захотел побольше матери Радхарани, чтобы она никуда не ходила, тут реально. Так или иначе, много разных, у каждого вайшнава разных понимания этой лилы. Индра, говорится, когда Индра выпускал с молнии, Кришна держал это, говорит, то сверху настолько был раскален этот холм, что дождь иногда даже вскапывался. Эти вода, которая попадала на нее, она так, знаешь, как на горячий утюг можно брызнуть, вода, она так вот просто скатывалась. Через 7 дней Индра понял, что тут что-то не так. Особенно это произошло тогда, когда он подумал, ну что-то у моего облака ничего не получается, надо мне. И он опустился, хотел было выпустить молнию. Но эта молния, как только он замахнулся, она
он застыл просто. И он ничего не мог сделать, его парализовало. И он понял, что это, что-то тут не так. Он быстренько отправился к себе домой и начал по комнате ходить, туда-сюда, размышляя. Тут жена его пришла, говорит, что такое? Шачка. Он говорит, да вот, что-то сделал не то. И его духовный учитель при Господе говорит, да понятное дело, Кришну оскорбил, чтобы непонятно. Жители Вриндавана хотел уничтожить. Ты представляешь, что ты натворил? А что теперь делать? Ну, Брами иди, он тебе расскажет. Он, по крайней мере, ответственный человек. Индинич пришел к Браме, спросил его, Брама, что мне делать? Не знаю, говорит, аппаратка серьезная. Посоветовать, одна мысль пришла мне в голову. Возьми Сурапти и отправляйся к Кришне. Попроси ее, чтобы она за тебя попросила. Может быть, пройдет. Может быть, тебе повезет. Он так и сделал. Он взял Сурапти, отправился к Кришне. И Сурапти начал просить за Индру. Он говорит, Кришна, ну ты сам понимаешь, ну, бывает. Все-таки он преданный, но твоя иллюзия очень могущественная. Мы тоже понимаем, что ты же все-таки наш Индра. Кто такой этот царь богов? Ты наш царь. Поэтому, пожалуйста, прими наше поклонение, прости его, прости своего преданного. И Кришна принял молитву Сурапхи, он простил Индру, в результате чего они провели там жертвоприношение Господу. Они омыли Кришну лица. Айравата, он носил воду. Слон своим хоботом он носил воду и для Абхишеки. А Сурапхи она молоком омыла Кришну. И там образованы две кунды. Одна из них это Говинда Кунда зла, а другая это Сурапхи. Там особое благословение преданное получает, когда омывается в этих кундах. Если омыться в Сурапхи Кунде, то человек уничтожает последствия всех оскорблений, которые мог совершить, осознанно или неосознанно. Таково могущество этих. Поэтому преданные приходят в эти места, они погружаются в эти воды, делают там омовение. Такова лила. Конечно, Индра, когда они проводили жертвоприношения, пастушки в это время они побежали собирать своих телят. И тут, когда полубоги увидели, они там пытались все это сделать, они когда там напрягались, там светильники зажигали, там все это у них было такое. А Кришна он стоял такой и думал, ну Господи, ну что они тут делают? Где же мои друзья? Где мои бхакты? И когда подходили уже пастушки, возвращались, полубоги увидели, что идут пастушки, они разбежались. Все остальные пришли, начали думать, что тут так много разбросано, всяких подношений, светильников и тому подобное. Тут Мах-Мангал начал рассказывать, да тут были какие-то, он видел, тут слон бегал с водой, тут корова что-то делала, омывала Кришну. Какие-то люди там в коронах в этих, ну все, что-то бегали, суетились. Все такие думали, ну ладно, ну, в общем, пастушки сами начали проводить же это приношение. А полубоги за этим наблюдали. И они видели разницу. Те, кто проводит это жертвоприношение с любовью в бхакти, и разница между теми, у кого этого в бхакти не было. Они поражались, они просто не могли себе представить. Полубоги, они наслаждались, они испытывали полностью такой нектар, когда видели, как поклоняется Матху Мангал, он этот светильник взял, Кришна, так, вставай сюда, сейчас я тебе буду пуджу проводить. У них это по-простому. И Кришна наслаждается этими отношениями. Таков Бог. Где мы такого Бога можем увидеть? Как Бхактивиданта Махарадж говорит, только в сознании Кришны могут говорить о таких вещах с Богом.
Потому что в других местах, где вы еще слышали, там нужно Господу оказывать почтение. Несомненно, это нужно сделать. Пока мы не сможем, не научимся оказывать почтение Богу, не поймем его положение, нам далеко будет, мы не сможем понять уже более глубокие, тонкие отношения с ним, более возвышенные отношения. Поэтому необходимо это также. Но Господь Чайтанья, смотрите, что Он сделал Шрила Прабхупаде. Он сразу нам открыл все карты перед нами. А мы теперь можем выбрать, мы можем использовать свою свободу выбора, свободу воли.